И всем привет, 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 мои дорогие подписчики. С вами, как всегда, Кунька. Приветствую вас на канале Кунька ТВ. Снова мы покупаем левелы, снова мы дарим деньги Габену в надежде, что выпадет что-нибудь из сокровищниц, ну и просто за всякие ништяки. Покупаю я 96 левелов, ну, как обычно, в принципе. Авторизовать. Сейчас быстренько авторизую покупочку и посмотрим. Так, активирую сразу, да. И сразу посмотрим, что же нам даст Габен за эти деньги. Готово. Все, отлично. 462 левел у меня. Продолжить. Мы с вами получаем насмешку на Лича. Дальше бесполезный шар. Сокровищница. Сокровищницу, точнее. Я же вышел в офлайн. Как же вы меня зовете в пати? Потом, да хренище сокровищниц принять все. Лопату, с помощью которой мы можем выкопать хоть что-нибудь. Ну, либо левела, но я, конечно, надеюсь на Рошан. Так, снова сокровищницу. Азарт плюс 1000 еженедельных фишек, правильно я все сказал. Это очень здорово, поскольку фишки можно ставить, получать левела. Грубо говоря, 500 фишек поставили, левел получили. Бесполезная обезьяна, бесполезные карточки. Опять полезная сокровищница. Куча голосовых, которыми я редко когда пользуюсь. Так, чисто порофлить, если какой-нибудь чувак фидит, тогда только и пользуюсь. Дорогущие самые сокровищницы, которые будут открытие их. Уже записано видео, надо только смонтировать. Никак руки не дойдут с этой работой. Так, потом еще сокровищница, бесполезный шар, сокровищница. Взять сокровищницу. Все, забрали. Бесполезная... Да, хорош ты меня бесить. Бесполезная хреновина, бесполезные карточки. Так, дальше, что это у нас такое, я уже забыл. 2 наставки рейтинга. Тоже мне это нахрен не надо, я пока рейтинг не играю. Лопаты опять. Так, дальше что у нас? Опять сокровищница. И вот он, вот он. Сет на Акса, конечно, сейчас разберем, оденем, посмотрим. Так, ну все, тут можно, в принципе, дальше уже не смотреть. Я вот именно Акса хотел. Так, сокровищница опять полезнейшая. Первая. Так, золотые фишки, которыми я, опять же, редко пользуюсь. Барабаны, сокровищница. Так, полезная насмешка на антимага. Кстати, классная насмешка. Так, опять бесполезная херня. Сокровищница. Принять, принять. Господи, сколько же всякого барахла мне надавали. Так, дай 5. Эффект третьего уровня. Не знаю, что он дает. Дальше, да-да, нет-нет. Короче, вся хрень. Всякая хрень. Так, и все, и еще одна сокровищница. Давайте уже поскорее разберем сет на Акс. Очень-очень-очень-очень сильно я хочу его раскрыть, посмотреть. Так, его же нельзя будет передать? Не, нельзя продать или передать или продать. Так, распаковать. Окей. Ай, господи, наконец-таки. Очень хотел этот сет на Акса. Мне было интересно, как он будет смотреться с головой, со всем этим прочим. Поэтому, я думаю, вам тоже уже не терпится. Давайте посмотрим. Так, берем кулаки, броню берем, татуировки, пояс. Блин. Ай, господи. Гребаный ты Тарзан просто. Это знаете, как раньше скульптуры старые такие делали, там делали... В общем, то, что у мужика, да, а потом так листочком прикрывали. Тут, судя по размерам листа, у Акса капец, блин, больше топора его. Давайте оставим, мне нравится. И вот так это будет выглядеть. Слушайте, ну, по-моему, прикольно. Давайте-ка попробуем, посмотрим это все поближе, получше. Я думаю, вам тоже это будет интересно. Естественно, на стримах теперь буду играть на Аксе, да. Теперь Акс-то одет, заряжен. Можно посмотреть, что да как у нас. Сейчас загрузится. Загрузочный экран у нас Рики. Что-то стоит он, по-моему... 49 копеек, что ли? Ну, на случай, если кого-то заинтересует все-таки. Потому что я помню, мне по поводу загрузочного экрана на Зевса, по-моему, писали, сколько стоит. Нельзя же в Steam посмотреть, надо куньки обязательно написать. Ну и все, и короче, Dota меня послала нахрен, судя по загрузке, потому что загружается это просто пипец как долго. Ну реально, Dota, алло, что такое? Что началось-то? Нормально же общались. А, вон, наконец-таки. Ну, ура. Как он ходит, посмотрите. Господи, как же он ходит, а?
Я думаю, надо будет подставить одну песенку сюда. Сейчас вы ее услышите. Так, смотрим, давайте теперь по способности максимальный левел. Так. Рыжского героя, ну-ка. На отцовского леща. Ну-ка, а ультимейт. Господи, это чё такое, я не понимаю. Это чё за... Блядь. Ай. Всё. Кия, блядь. Кия, сука. Господи, какой же бред, а. Просто какой же бред. Я просто не могу с этим. Ну-ка, как он машет-то? А чё меня не атакует? Блин. Да с... Топани ты по-быстроляну. Я просто хочу посмотреть, как он крутится. Ну, такое себе. Крутилку можно было сделать поприкольней. Кстати, у него, по-моему, горят руки же еще. Ну, он загорается, когда убивает с помощью этой хрени. Давайте посмотрим. Ну да, загораются татуировки. Прикольно сделано, прикольно. Ну, наконец-таки мне достался этот сет. Все очень здорово, мне нравится. Ну чё, народ, это был я, это был Акс у нас с новым сетом. С елдаком, походу, по колено, судя по листу. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ!